казахи прекрасно знают, что русские им не враги. Но есть единственный враг, это Путин, который говорит, что территория Казахстана является частью территории России, который говорит, что на территории Казахстана никогда не было государств. Мы хотим сказать, господин Путин, изучайте историю. Я уверен, что Путину не удастся поссорить ни украинский народ, ни казахский народ с русским народом. Русский народ, лучшая часть русского народа понимает, что украинцы и казахи им не враги. Когда-нибудь, надеюсь, в ближайшее время и Назарбаев, и Путин уйдут из власти.